Всем огромный привет. Я рад вас всех видеть у себя на канале. Ребят, это видео для тех, кто не верит, что с контейнером, который продается в магазине за голду, можно всегда и легко забирать танки. Абсолютно любые. Я записывал ролики, как это делать. Все подробно рассказывал. И ролик изложил вам всю суть данной халявы. Но я знаю, многие из вас не верят в это и сомневаются. Это, конечно, ваше право. Но дело в том, что пока вы сомневаетесь, многие уже забрали из контейнеров на халяву свои прем-танки и коллекционные. Вот, например, М60 я забрал и Сейчас, это прям недавно не выпал. Это вот крушитель. Абсолютно бесплатно, абсолютно способы все рабочие. Сам проверил. Так вот, ребят, я вам хочу сказать, на самом деле в этой игре халявы много. Но об этом не все знают. И я вам сейчас продемонстрирую еще одну такую халяву и покажу, как абсолютно бесплатно получить премиум танк 8 уровня. 8 уровня танк, и это будет абсолютно бесплатно. Не за деньги, не за голду. Эта халява 8 уровня, ребят, называется, вот посмотрите, Т-54 образец 1. Давайте посмотрим. Вот, ну, сам Т-54, образец 1, слот в ангаре, 9 слотов оборудования, легендарный камуфляж, исток, 10 сертификатов X3 опыта, эпический аватар, настоящий вожак. Так, побеждайте в турнирах осеннего сезона, зарабатывайте монеты и обменивайте их на награды. Вот, ребят, вот, играйте, и мы играли, мы участвовали, и смотрите, вот, просто я вам продемонстрирую последний турнир, который я сыграл сегодня, кстати, вот, сезонные монетки, прошли мы до финала, победили финал, ну, 2-0, я не буду вам показывать, это было очень легко, хотя соперник был не слабый. Вот. Полуфинал. Неплохой соперник, не слабый. Клан Глафи, кстати, у них там популярный стример последних турниров. Вот. И вот выходит почему-то назад. И вот финал. Все равно мы выиграли 2-1. Клан Мемес. Или как правильно, Мемес, ну, извините, если что-то не так. В общем, вот такие вот, ребят, дела. Смотрите. Сейчас мы его купим. Купить. Да, подтверждаю. Ваш запрос на покупку обрабатывайтесь. Дождитесь начисления. Ждем, когда нам зачислится. Пожалуйста, поздравляем. Вы получили первую технику. Т-54 первый образец. Так, где у нас? Вот он. Вот. Этот красавчик. Так, где там у нас легендарный камуфляж? Вот он. Установить, конечно. Так, установили камуфляж. Ну ладно, амуниция, все это потом. Все это потом. Оборудку все мы под себя настроим. Все мы сделаем. Такие вот, ребят, у нас дела. Вот какая халява есть.
сыграю сейчас бой в рандоме, поеду. Пока вам показывать это не буду. И на этом ролик подошел к концу. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Всем пока, всем спасибо за просмотр.